Очень приятно перейти в такой большой клуб «Локомотив». Всегда за ним следил. Я вот услышал, что ты даже болел за «Локомотив». Это так, перехода ради или правда? Ну, я в детстве болел, всегда болел за «Локомотив», переживал за команду. Это все знают вокруг, и в академии «Коноплёк», когда мы в детстве рубились, там, чей клуб лучше, я всегда за «Локомотив» был и всегда переживал за команду. Дмитрий Лоськов, Олег Пашинин. Очень благодарен. Даже сегодня была первая тренировка, они подсказывали. Все прошло нормально. Начал сборы вместе с Крыльсоветов и уже прошел полтора сбора, так что я набираю та же форму в процессе и к началу сезона подойду в оптимальной форме. Стараюсь заслужить место в стартовом составе, оправдать доверие тренера и вместе с футбольным клубом «Локомотив» достичь наивысших результатов и достижений.